La dona mia. Всё. А потом, закончи, а потом мы с тобой. Пойдём. Сегодняшний. Ну, конечно. Милашка. Йон, да наш телех, ваш этот сипарцуф. Альта сипарцуфим, вы альтилех. Амот по, амот ног. Вот, а я сейчас кадр поймаю. Стойте, не двигайтесь. Я между вами вспышечки вот врисую. Вот они, вот, вот они. Вот теперь видно, что это фотографы. На природе, а не так. Они так пожрать, да? Они там пожрать. Да, вот мы с фотоаппаратом что на природе. Ой, как кадр классный какой. У мамы так уши сразу выросли. Эй, зря вылез. Вот так, работай, работай руками. Классно, только голову не поднимай. Здорово. Ну работай руками, чего они застыли-то? Вот, вот, маши крылышками, вот так вот. Чудно. Катя, покушать так и не дали. Катя, вы Катя кушать отправили, а вы ее это самое, перехватили. Фотографы на тебя, напали, как мухи. На варенье. Спасибо. Как же такую красотку можно отпустить? Дальше девочка ваша. Что ее можно отпустить? Раздала вот так вот с потрохами. Девочка. Ой, вот так вот. Девочку на растерзание я оставила. Собаченька лучше всех позирует. Да. Это вам, конечно, не Рембрандт стайл, но ничего. Нет, нет, нет. Ну, милашка. Не успел. О, красава. Ну, работай, работай. А я отсюда вижу. Вот такая. Ой, шикарная супер, улыбка. Супер, супер. Счастливая улыбка. Да, класс. И молодец, ты свою отработала, Чика. А почему собачку не раскрасили? А почему мы одели рубашечку красненькую? Ну, красненькая рубашечка, это как-то... Хочешь к тете, Чика? Пошли. Через этот. Вот этот. Мы сейчас подружки в этом Фейсбуке. Джозефин Гилберт. Должно быть. Она уже ест собачек маленьких. Они пошли фотографироваться туда наверх. На палка шашлыка торчит здорово, прям в кадре. Да. Блин, я кушать хочу. Я с утра ничего не ела. Сейчас я одену модель, и потом я расслаблюсь, потому что, честно говоря, мне нужно сначала все, что было. Дайте я хоть воды выпью, наверное, да. Кто меня сейчас убьет? Жозефин, тебе плеснуть каберне савиньон, чтобы расслабиться? Как это нельзя? У меня нет энзима, чтобы...